Сегодня 6 сентября. Находимся на винограднике у меня в Краснодарском крае. На сегодняшний день вот так вот выглядит виноградник, лоза. Еще зелененькие. Кое-где уже начинает весневеть. Это кишмиш. Рост у него, конечно, бешеный. Болезни, конечно, пошли. Обильно его поедем. Видно, да? Мелья. Побрызгал кабря тупом, половина виноградника, половина виноградника побрызгал, смешал в тробе и акробат. Но это было на той неделе, ничего-то результата пока что не видно. Как был мельди, так и есть. Так. Это у меня посажено 52 куста. Осень 2014. Болезни. Прям сильно видно. Пасынки. Пасынки я пообрывал. На один, побрезал на один листик. Вот так везде. Нигде не обрезал. Значит, я его не заметил. Вот они, болячки. Мы ждем вызревания лозы. Так, это у нас посадка 2014 заканчивается, начинается виноградник посадки 2015. Вот тут я уже пропасынковал. Вот так вот. Оставил на пасынках 1-2 листика. И редка. А эти еще 4 редка не пасынковал. Такие пасынки повырастали. Я их обрезаю. И потом побрызгаю от болезни. Потому что пойдем. Вот он здесь тоже видно. И мелью. Вот она. Прям обильно покрыла. Вот такие вот пасынки повырастали. Вот их на один листик. Ножичка. Вот так. Так, что еще? Сейчас посмотрим. Лозу видно. Травку мы дергаем. Лоза. Где уже вот начинают греснить? Где еще совсем зеленые? Вот такие пасынки повырастали. Обрезать. Пасынки я сразу тачку кидаю и вывожу в посадку. Осенью потом сажу, как высохнет. Так, тут у нас начинается виноградник посадки 2016. Это весной посадил. Слабенький, слабенький, слабенький. Тут вообще две лунки, ничего. Тут даже болячки по нему пошли. По-моему, да? Да, медню. Вот такие. Ну, хотя, тут у них кусты есть, прям довольно-таки приличные. Тут вот, от лесополосы, наверное, душат все-таки тень. Вот уже время сейчас
без 15,5, тут уже тень. И листики видно, в тени такие. Какие-то вот не хватает, там как будто чего-то. Тоненькая, тоненькая лоза. Побег тоненький, тоненький. Хотя вот, ну, тоже тоненький. Это вот вообще какой-то еле-еле. Так, там что? Там он маленький-маленький видно. Есть трава, не успеваю дергать, это ужас какой-то. Растет и растет. Вот он. На зиму их прикопаю вот так бугорком. И с этих с побегов потом корни выдаст. На следующий год, я думаю, нормально. Там он нету, там тоже ничего нету. Раз, два, три, четыре. Слабенькие листики. Потому что я думаю, нету. Куда им вверх? Точнее, не она виноград. Должен вверх расти. А он, видите, у меня, когда палочки вырос, все, и вниз. Начинает тухнуть. Ну все, в принципе. Вот так вот. Стоит было. В моей истории. Емко. Товарищ вопрос задает в комментариях. Для чего снимаешь? Я говорю, для истории. На следующий год, через несколько лет буду смотреть, с чего все у меня начиналось.